Очереди в госком регистр в следующем году обещают разгрузить. Если штат ведомства увеличат, то, возможно, будет открытие 100 дополнительных окон приема документации. Повышают и качество подготовки специалистов. Они постоянно проходят обучение, чтобы максимально быстро и эффективно работать с крымчанами. У нас получается и собственный рост окон приема, и специалистов, что немаловажно, их обрабатывающих, равно как и формирующая система многофункциональных центров, придя на помощь, я думаю, что к началу 2016 года должна снять проблему очередей в значительной степени. Глава Крыма дал поручение председателю профильного комитета лично следить за процессом возникновения очередей. Сергей Аксенов отметил, что нужно исключить посредничество между простыми крымчанами и сотрудниками госкомрегистра. А в случае, если БТИ или госкомрегистр будут отказывать крупным государственным предприятиям в оказании услуг, санкции в виде лишения должности руководителей служб на местах последуют незамедлительно. Если будут такие факты выявлены, даже там, где мы не сможем задокументировать факт получения денег, но по результату будет видно, что оформлены по сомнительным документам те или иные, то есть вопросы, касающиеся собственности, решение будет принято сразу об увольнении, и причем без всякой пощады. Это даже до передачи дел, там еще говорим, в правоохранительные органы.